Уоткинс не позволил мяч до центрового довести. Ротон Мейса снова выбирает тяжелейший бросок и снова его реализовывает. Ну, это Коби Брайант. Ну, вот с чем угодно можно сравнивать, но лучше всего подходит сравнение с «Черной мамбой». На исходе владения не точно. Снова Уникс отбивается. Баку набегает. Навес. Бау! Бам-бам, Баку! В здании, в баскет-холле. А это значит, что полетом быть. И очередной тайм-аут, уже второй. Во второй половине берет Дражен Анзулович. Элис. Дальше на Дагласа. Даглас. И опять дабл-тим. Уитакер, бросок, Стэнли! Ничего себе, какое попадание! Прыжки уже под занавес времени на атаку. 0,7 оставалось, а Уитакер попал. И, конечно, тайм-аут сейчас берет Чайо Паскуаль, потому что все может поменяться в одночасье. Миллеру пространство освободили, но его просто не боятся на периметре, потому что практически и не бросает. Он с периметра перехвата, а Куперсел! Ну вот, наверное, претендент на MVP первой половины Девон Акунперсел. Шикарная игра, самое главное, что яркая игра, которая нравится и болельщикам в том числе. Ну и, конечно, крайне сейчас недоволен Евгений Пашутин. Не нужно думать, что для второго номера Енисея это какие-то сверхсложные попытки. Эмбай отправляется в полет и забивает сверху. Первый классный дан во второй половине. Амад Эмбай и такой походкой настоящего монстра возвращается в защиту. Бочка помогает наверху. Мартин с мячом. Джермая. Так, далее комбинацию он заносит. Да, вот это танец. Может, танцы еще продолжаются, да, Джермая Мартина. И отличное настроение. Кажется, что есть еще силы. Это тоже один из факторов. апреля. Ух ты! Танцы свели Виктора с ума! А Эрик Грин это сумасшествие совершает трешкой. Ну, какой красавчик Эрик Грин. Мимо, и все-таки мяч за хозяевами Глазунов. Ой, какая классная слепая передача на входившего Октавиуса Эриса, который реализовал энд-ван. Уже второй такой красивейший ассист от капитана Уралмаша. Вот очень опытного баскетболиста, возрастного. Попытка забить через Ндура, но я уже говорил, лучшего оборонительного игрока 19-го года не пройти, а это Квитковский! Ой, что это за постер дан? Антон разошелся. Яркий пример того, как нужно вымещать спортивную злость. Не дотягивается до мяча Джалин. Самара уходит в быстрый отрыв. Хокинско. Какое добивание Джеймс Томпсон оформляет. Просто нет слов. Из ниоткуда вылетел центровой Самары. И как мощно воткнул путбэк данк.